На территории Новосибирской области усилена профилактическая работа по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Введен режим повышенной готовности. В связи с этим всех жителей просят ограничить посещение присутственных мест. В том числе это касается и Центра социальной поддержки населения Искитимского района. Как поступить людям, которым необходимо оформить льготы и субсидии во время недели, объявленной президентом страны нерабочей, расскажет директор Центра социальной поддержки населения Искитимского района Мария. Прежде всего, я обращаюсь к получателям наших субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В том случае, если срок получения субсидии у вас заканчивается 31 марта, у вас нет никакой необходимости ехать к нам в центр и оформлять субсидию вот в эти нерабочие вынужденные дни с 30 марта по 4 апреля. В этом случае вы можете обратиться к нам в центр в период с 6 апреля по 13 апреля и спокойно оформить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Никакой просрочки срока назначения субсидии у вас не будет. Следующее мое обращение – это к нашим получателям детских пособий. Точно так же, если у вас заканчивается срок назначения пособия 31 марта этого года, вы также можете обратиться к нам в центр в период с 6 апреля по 23 апреля. И точно так же срок назначения детского пособия вам не будет прекращен, и вы не потеряете ни одного месяца. Единственное исключение из этого правила – это так называемые президентские пособия. Именно они назначаются с момента обращения к нам в центр социальной поддержки. Но по информации наших специалистов, таких получателей у нас, то есть у тех, у которых закончился срок с период с 30 марта по 4 апреля, буквально 5-6 человек. И именно их мы приглашаем к нам на прием. Все остальные вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки, уважаемые жители, вы можете получить по консультации по телефонам нашего центра. Я хочу сейчас их назвать. Первый телефон – это детские пособия 2-46-41. Второй телефон – это льготы на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и субсидии 2-37-58. Третий телефон – назначение почетного звания ветеран труда Новосибирской области. Телефон 2-46-48. И четвертый телефон – это региональная социальная доплата к пенсии. Телефон 2-92-31. По этим телефонам вы получите полную консультацию по поводу назначения данных мер социальной поддержки. Несмотря на то, что текущая неделя объявлена выходной, никаких задержек по социальным выплатам не будет. Все положенные выплаты можно получить либо на почте, либо в отделениях банков.